Ох, ты очнулся. А я уже начал волноваться. Где великий магистр? В двух шагах от тебя. Он мертв. Я думал, что и ты тоже. Кончилось, хотя это не был приятный сон. Долго я был без сознания. Довольно долго. Фольта снова контролирует город. С помощью Ордена, конечно. Как Зигфрид? Он приглядывал за тобой, но потом был вынужден уйти. Неохотно, но служба не дружба. Интересно, каким он будет великим магистром? Надеюсь, хорошим. А как насчет тебя? Ты преуспел? Да. Я заберу у Альдерсберга последний элемент и закрою эту главу. Бери все, что нужно, и удачи тебе в пути. Ты уже все нашел? Знаешь, что я нашел у великого магистра? Амулет из Двимерита. Тот, что ты дал Альвину? Не знаю. На вид тот же самый, только старее. Такое ощущение, что он несколько лет носил его, не снимая. Может, хранил на память, как чей-то подарок? Может, он защищал его от враждебной магии. А может, помогал подавлять врожденные способности и навязчивые видения. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Неважно. Яков из Альдерсберга, если это его настоящее имя, мертв. Вот и конец этой истории. Что дальше? Ты о чем? Ну, сам посуди. Ты возвратил украденное и отомстил тем, кто причинил тебе боль. Ты занимался политикой и раскрывал заговоры. Ты любил и убивал. Ты прошел длинную дорогу, Геральт. И куда теперь? Только сейчас я чувствую, что для меня начинается новая жизнь. Заново рожден, огнем и кровью крещен. Новая баллада? Слишком пафосно. Жизнь проста, непредсказуема и прекрасна. Я тебя не понимаю. Ты вернулся из загробного мира. Все злодеи мира пытались убить тебя, а теперь ты говоришь мне, что жизнь прекрасна. Что-то заканчивается, что-то начинается. Я возьму последний из украденных секретов, сделаю глубокий вдох и пойду дальше. Тогда удачи тебе в пути. Похороны Якова из Альдерсберга собрали толпы. Все хотели увидеть, как уходит человек, спасший Вызиму. Кровавые городские сражения закончились, и люди считали членов Ордена героями. Зато нелюди ненавидели еще больше, чем до восстания. Король ввел драконовские законы против Скаэтэли. Это привело к массовому исходу эльфов и краснолюдов. Конечно, история бывает коварной. Ошибки и извращения Ордена Пылающей Розы король предал забвению. Впрочем, при новом великом магистре Зигфриде из Денесли Орден начал реформы и увеличил свою силу. Чародейкам не удалось усилить свои позиции при дворе Фольтеста. Интриганы, составляющие заговоры в отсутствие короля, были наказаны или отстранены. На развалинах и пепелищах выросли карьеры и состояния. Одни выиграли, другие потеряли. Обычный порядок вещей. Немногие знали, что произошло в те дни на улицах Вызимы. Это были те, кого предназначение столкнуло с Геральтом из Ривии. Но они предпочитали молчать. Итак, что случилось с ведьмаком и как сложилась его судьба? Это уже совершенно другая история. Тимерия и Редания союзники. Не без твоей помощи. Вот тебе золото за твой труд. Ваше Величество. Прощай, король.